Был удар. Он гоняет только. Гоняет. О, есть. Есть. Хорош. Хорош, пацан. Вот такие кусочки клюют. 3 грамма. Вот такой маленький джиг, 3 грамма. И вот такой зеленый силикон. Меньше нету, но было бы неплохо поменьше. Силикончик. Я в маловате. Приехал сделать подводную съемку. И в то же время поиграться с хищником. Заметил, что он на поверхности. О, сразу. Сразу нападение взял. Сразу нападение. Есть и крупные, но пока не очень. Вот такие кушочки. Одно удовольствие их ловить. Из-под берега. Ну, равномерная проводка. На поверхности не даем заглубиться, потому что тут трава. О, сразу сел. Сразу сел. Просто кайф. Вот этот покрупнее можно взять одного. Не трофей, но парочку штук можно взять. Везде он гоняет, видно жор окуня. Можно получить кайф. Равномерка дает результат. Оп. Вот так. Кидаем. И тянем. Как заканчиваются удары, меняем точку. Я уже кучу наловил. Решил и вам показать. О, есть. О, есть. А наш убежал тут. А, ушел. Ага, пришел такой же. Другой. Ладно, может поймаем покрупней. Так, силикон стырил. Ого, классно попал. Можно было и дальше от берега. Там получше. Но бывает и тут выходы. Очень жадно берет. Просто сразу. Сделаем короткое видео. Судака пробовал, не хочет. Щука тоже. Нету. Придется поменять точечку немножко. Заканчивается опыт. О, удар. Ушел. Ушел. Короткий крючок на этом джиге. Но он маленький. Больше нету. Было бы неплохо побольше. Чтоб был. Ну, поближе к хвосту, чтобы был крючок. О, был.
Был. О, я опять ушел. Два схода на одну проводку. Два схода на одну проводку. Вот и тут гоняет, вот видно. Гоняет, гоняет. О, ушел. Короткий крючок, короткий. Он за хвост берет и не подсекается. Когда более жадно берет, то... О, ушел. Вот там хороший всплеск только что был. Трава. Трава, трава, трава. Коротко, вот если бы хоть до середины он был, было бы лучше. Нужно поискать, может там есть крючок, но будем так ловить. Интересно даже удары. Прикольно чувствовать эти удары, атаки. О, сел. А, ушел. Как же это кайфово. Я не подхожу близко к той точке, так как боюсь его распугать. Ну, что-то часто исходы начались. До этого почти без схода, просто один за одним попадались. И все четко глотал. Давайте сюда покидаем. А, трава зацепилась, не играет силикон. Все-таки у него есть скопление. Где-то он скапливается так в косяки. И нужно находить вот эти места. О! А, есть, 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 все-таки взял. Один сход и следующий взял. О, красавчик, длинный. Тоненький, но длинный. Там еще и уходит. Уходи. Короче, нужно поменять крючок, а то слишком много ударов, исходов, очень много. С самого начала как-то они попадались, а сейчас очень много сходов. Не знаю, сейчас поменяю, попробую что-то придумать. Ну вот, нашел один, но только на 1 грамм, на 3 грамма нет у меня, вот такой маленький. Но крючок подлиннее. Можно попробовать и укоротить, и сам...
силикон. Надеюсь, полетит. Ну, вроде бы летит. Может, даже лучше будет. Можно медленнее его проводить, так как легче. Сейчас посмотрим. Слишком близко к берегу попал. Давайте. Ну, покидаем посильнее. Не получается так далеко. Я думаю, хватит по-любому. Я надеюсь, меньше сходов будет. Чуть-чуть не добрасываю. Подойдем поближе. Тут волны просто. Вот так нормально. Да, и забол немножко он успокоился. Короче, по идее, закончился выход. Я с Антонио, у него тоже перестало клевать. Он ничего не менял. Но просто уже он не берет. Надо было раньше снимать. Но я тоже недавно начал пробовать. Я больше отдыхал, гулял, решил попробовать. Еще выходы могут быть, но уже не такие. Не хочет, не хочет. Я думаю, если с утра начинать, скорее всего, утром есть выход хороший и вечером. В это время можно получить огромное удовольствие. Вот так вот. Кто любит играться, просто кайф. Видно, у него сейчас жор перед зимой. Ну и было заметно. Изначально практически все результативные были поклевки. Потом начались очень частые сходы, удары. И в конце концов вообще перестало уже брать. Где-то еще видны всплески, но уже не такие частые. Ну что, я думаю, хватит. Вот такой цвет. Ну, в принципе, зеленый всегда по окуню работает. Виброхвост такой. Я надеюсь, что для вас это полезная информация. Пробуйте, пока уловится. Так, короткое видео для вас. Всем пока-пока.